Здорово, братан! Здоров. Чё, как сам? Нормально. Это не музыка, это анонизм. Всем привет, дорогие друзья, я гитарист группы The Light 3, и это 9-я часть выпуска, где я играю популярные песни в стиле фингерстайл и смотрю на реакцию людей в чат рулетки. В этом выпуске я снова разыграю 1000 рублей, либо бесплатный урок по гитаре от меня. Условия такие. Подписаться, нажать на колокольчик, поставить лайк, написать любой комментарий и досмотреть это видео до конца. Итоги конкурса смотрите в моем инстаграме после того, как это видео соберет 3000 лайков. Смотрим видео. А ты Коржа знаешь? Я раньше фортепиано занималась 7 лет. Вот это играла на фортепиано? Да, играла. А вот это играла? Да, было дело. Хотела спросить, пачку сигарет Цоя знаешь? Да. А петь тебе ее нужно? Ну, если можешь. Я сижу и смотрю чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Все, больше не сказать. Ты, ну, молодец, поздравляю. Поздравляю, да? С чем меня поздравляешь? То, что ты так круто играешь. Романтично. Я раньше эту песню на повторе слушала. Круто. Друзья, напоминаю, что итоги всех конкурсов смотрите в моем инстаграме, ссылка в описании.
Блин, скажи, что вот на языке крутится, блин, не могу. Да, вы уже услышали, она называется Still Awake. Друзья, те, кто хочет записаться ко мне на уроки по гитаре онлайн, то пишите в Инстаграм или ВКонтакте, ссылки в описании. О, сыграй мне что-нибудь. Я не помню. Давай, лобай, я буду танцевать. Давай. Что-то там учил еще, когда учился на гитаре играть. Кузнечик. Привет, пацан, привет. Он на балку. Привет, пацан. Здравствуйте, но я девочка. Вы знаете эту песню? А у меня во дворе ходит девочка старая. Так не я вкусная, так не я А вот так вот лучше видна. Может звучить с каподастром. Или было так лучше, как до этого? С каподастром лучше. Нет, вот это лучше. Каподастром. Сыграй что-нибудь, пожалуйста, мы так хорошо кушаем, сидим, было бы классно. Сыграл. Это классно, спасибо. Это откуда? Что? Какая песня лучше, первая или вторая? Мне больше вторая понравилась. Вторая. Понял, я так и знал, что вторая больше понравится. Я ебал, ногти. А, он точно ногти делает? Я думал, спичку зажигает. Офигеть, можно ногти. Какой идеальный сохран. Бля, такой маникюр. Лёр де Монтьяро. Лёр де Монтьяро. Чего Миша играет вообще на гитаре? Ну, все я умею играть. Дед Максима сможешь? Кого? Самое распространенное. Дед Максима. Дед Максима? Блин.
Это не музыка, это анонизм. Если понравилось это видео, то поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео своим друзьям. Также не забывай подписываться на мои соцсети, Instagram, TikTok, группа ВК. И все.